Совсем скоро завершатся дорожные работы от улицы Гагарина до Марчуканского переулка. Капитальный ремонт дороги реализуется в рамках Всероссийского национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сам участок длиной более 360 метров, а ширина дорожного полотна составляет 13,5 метров. На сегодняшний день на этом участке полностью выполнены все подготовительные работы и выставлены бордюрные камни практически на 80%. Кроме этого, на нижнем участке дороги полностью произведено асфальтирование. Подрядчик инициативно выполнил работы по озеленению, хотя в контракте этого оговорено не было. Дополнительно, в благотворительных целях произведено асфальтирование дорожки возле памятника грекам. Значит, два участка мы сверх проекта выполнили эти работы по просьбе жильцов города Магадана. Значит, работы находятся в стадии завершения. Вы сами видите, в каком состоянии превратилась улица. Благоприятно выглядит. Что касается верхнего участка дороги, то там специалисты немного отстают от плана, потому что параллельно ведутся работы по прокладке тепловых сетей и холодного водоснабжения. Закончить все сотрудники Магадан-теплосети должны к пятнице. И затем в ближайшие 2-3 недели этот участок дороги полностью сдадут в эксплуатацию. Чисто визуально, физически полностью выполнены все проектные решения. Но все подрядчики знают, и мы знаем, будут после окончания работ проведены лабораторные испытания асфальтового покрытия, то есть все должно соответствовать ГОСТам, чтобы в ближайшие 10 лет мы не подходили к этому участку. Но по условиям государственного контракта подрядчик в течение 6 лет несет еще и гарантийные обязательства по этому участку. Но слово гарантия — это вещь хорошая, но сюда заходить надо. Поэтому проведем еще лабораторные испытания, и тогда уже будет подписан акт ввода после того, как мы будем уже знать полностью картину по состоянию именно вот данной ситуации. Это верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, потому что от его качества зависит долговечность. В любом деле хорошего результата можно добиться, лишь работая в тесном контакте. Поэтому мы решили все-таки включить в наш сюжет и личную оценку со стороны подрядчика уровню взаимодействия с заказчиком. С своей стороны, я хотел бы выразить благодарность городской администрации и заказчику, в помощи. Все сложные вопросы решались вовремя, и поставки, в частности, личный мэр Юрий Федорович помог дополнительно осуществить поставки дорожного бордюрного камня. Спасибо ему лично.